Вот как объяснить мальчику восьмилетнему, русскому мальчику из Одессы, почему русский пилот может уничтожить его дом, убить его бабушку? Это невозможно объяснить. Мы пытались просто как-то сделать ему хоть несколько дней нормальной жизни. Вот мой сын Илья, ему тоже 8 лет. Они ходили вместе на тренировку футбольную, ходили вместе в школу. И мы пошли в лес просто сделать пикник. Вот мы были в нашем лесу и просто поджарили сосиски. Вот ничего банальнее быть не может. И потом ночью перед сном он сказал, это был такой чудесный день, Миша, вот из Одессы 8-летний сказал, я этот день никогда не забуду. И вот это было для меня дороже, чем все мои слова, все мои интервью.